Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Я представлюсь. Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук, преподаватель Красного университета. У вас второе занятие, и начали вы с изучения диалектики. А вообще вы пришли сюда изучать марксизм-ленинизм. Напоминаю, что марксизм-ленинизм, у него есть три составные части. Ну, если быть точнее, три момента, три составные части. Первое – это философия. И вы начали изучать на прошлых занятиях. Вторая составная часть – политическая экономия. Ее сейчас называют экономической теорией. Вот мы будем изучать вместе. И ко мне в следующем семестре присоединится мой коллега Кучук Владимир Александрович. Вот такие занятия. И третья составная часть – научный социализм. Вот все в единстве, в комплексе составляет марксизм-ленинизм. Итак, значит, политическая экономия. Вот присутствует слово «экономия». Экономическая теория, прилагательная экономика. То есть речь пойдет об экономике, экономических отношениях. Наверное, вы знаете, что это такие серьезные, основательные, базисные отношения, да, фундаментальные. То есть есть базис общества, а есть политическая, идеологическая надстройка. Так вот, экономические отношения, они лежат, коренятся в базисе. Ну, поскольку слово «экономика» присутствует, начнем с определений, нам от этого никуда не деться. Значит, экономика – это постоянно продолжающийся процесс производства. Вот мы с вами сидим, занимаемся, а где-то работают заводы, ходят корабли, летают самолеты, транспорт. То есть невозможно представить, что час поработали в обществе и на этом прекратили свою деятельность. То есть экономика – это постоянно продолжающийся, возобновляющийся процесс производства. Вопрос, что такое производство? Даю научное понятие производства. Это процесс присвоения, ну, человеком, разумеется, предметов природы в рамках и посредством определенной формы общества. Вот такое мудреное, вроде на первый взгляд, определение. Значит, процесс присвоения – предметов природы в рамках и посредством определенной общественной формы. Разумеется, термин присвоения здесь не надо понимать в таком вульгарном плане, что он присваивает, ворует. Речь идет о том, что человек своей трудовой деятельности он преобразовывает, видоизменяет, приспосабливает своей жизнедеятельности вещество природы, предметы природы. То есть вообще труд – это величайшая, скажем, деятельность человеческая, чем человек отличается от обезьяны. Да? Один из критериев превращения человека в обезьяну – это трудовая деятельность. И на протяжении всей своей природы, всей своей жизни вот человек трудился. И в процессе труда он не только видоизменял, так сказать, предметы природы, он постоянно развивался. Нас интересует вторая часть. Вот данное понятие производства, вот первой частью, или труда, это такие абстрактные определения, свойственные всем общественным формациям. Вот эта трудовая деятельность или производственная деятельность, она осуществляется в рамках определенной общественной формы, посредством ее. То есть что это такое, общественная форма? В рамках определенных производственных отношений. История знает пять способов производства. Три из них остались в истории. Это первобытный общинный способ производства, рабовладельческий и феодальный. А сейчас есть два. Это капиталистический способ производства, соответствующие ему капиталистические производственные отношения, и коммунистические или социалистические производственные отношения. И все страны на земном шаре, они относятся либо к лагерю капитализма, ну, численно пока это большинство, либо к лагерю социализма. Поэтому, когда говорят, вот так как-то так, невзначай, ненароком, что вот весь мир – это вот капиталистическое отношение, рыночное отношение, товарно-денежное, как угодно, ничего подобного. На самом деле идет переход. И характеристика современной эпохи – это переход от предыдущей формации капитализма к новой коммунистической.
Ну, вы уже диалектику ознакомились, понимаете, что этот процесс не так тротуар Невского проспекта, ровный, прямой, вот все мы идем, все больше и больше стран уходит от капитализма, приходит к социализму. Нет, это период противоречивый, период революции и контрреволюции. Поэтому, скажем, наша страна, которая первая совершила в 1917 году социалистическую революцию, в нашей стране был построен социализм, затем была совершена контрреволюция, и в нашей стране мы имеем капиталистические производственные отношения. То есть произошел возврат обратно к капитализму. Итак, значит, вот такое небольшое вступление. Значит, мы будем изучать экономические отношения, производственные отношения. А их два типа, два основных. У нас задача огромная предстоит. И тем более с экономическими отношениями, с производственными отношениями сталкиваются все, каждый из вас. И на личном уровне, индивидуальном, там, и на бытовом, и, так сказать, побольше взять, на уровне, так сказать, где вы работаете, на уровне страны и так далее. И эти вопросы ежедневно, постоянные, очень простые. Ну, начнут с такого индивидуального уровня. Да? Вот человек устроился на работу, работает, получает зарплату, не хватает на жизнь. Не хватает, чтобы содержать семью. Что нужно делать ему? Прирабатывает. Идет, берет сверхурочные, что-то получает, все равно не хватает. Что дальше делает? Берет вторую работу, в ночной выходит. Занимается частным извозом, вагоны разгружает, программы пишет, неважно. Потом выясняется, что вроде денег прибавилось, но здоровье поубавилось. И весь этот приработок надо отправить на покупку лекарств. И вот так вот эта жизнь и тянется. А в чем дело-то? Ну, это на такой пример очень простой, может быть. Но возьмем побольше. Есть такая организация экономического сотрудничества и развития. Это крупная международная организация, в которую входит порядка 40 стран. И она, так сказать, дает интересную статистику. Я с утра посмотрел, хочу до ваших сведений довести. Они обновили статистику, сколько в каких странах тратится в год рабочего времени. Затрачено рабочее время. Вот по группе этой стран лидер по наименьшему количеству отработанных за год часов – это Германия. Значит, в 2019 году отработано 1386 часов. Для сравнения, Великобритания – 1538 часов, Франция – 1525 часов. А где наша Россия? Она находится в конце списка, на третьем месте снизу, позади только Мексика и Коста-Рика. 1965 часов. Вы можете взять калькулятор, посчитать. В году приблизительно 220-225 рабочих дней. То есть мы должны отнимать выходные, праздничные дни, отпуска. И получается, что в России работают больше на 2,6 часа в день, каждый день. То есть российский трудящийся работает больше германского на 2,6 часа. Это же огромная разница, это не 10 минут, не 20. При этом, как вы, наверное, лучше меня знаете, заработная плата в Германии в разы больше, чем у нас. Вопрос, почему? Вот почему такое происходит? Может, у нас капитализм не такой? Да, и пытаются некоторые господа нам сказать, вот, да, капитализм это очень хорошо, но в России вот не такой капитализм построили. Начинают вешать эпитеты, скажем так, воровской капитализм. Да? Вот все сплошь разворовали или коррумпированный. Но ведь это эпитеты какие, полагаете? Это же не экономические отношения. Воруют, так везде воруют. Я должен вам сказать, что чем крупнее капиталистическая страна, тем больше масштабы воровства. Ну, если вы знаете, там у нас такой случай был, МММ, да, гремело, сколько там смошенничали. Или недавний случай, посадили одного сотрудника ФСБ, сколько у него обнаружили миллиардов? Много, да? Вот в Америке, в Соединенных Штатах Америки, это крупнейшая капиталистическая страна, там тоже сажают. И тоже цифры сопоставимые, те же миллиарды, только там в долларах, а у нас в рублях. Соответственно, у нас курс какой? 1,76, вот во сколько раз там больше воруют. Коррупция – это то же самое.
Во многих странах примеры, когда президента сажают за эту самую коррупцию, так ведь? У нас пока не сажают. Значит, там больше коррупции. Значит, не в этом дело. А в чем дело? А вот будем с вами разбираться с этими и с другими вопросами, насколько у нас хватит времени. Вот такое небольшое вступление. Переходим к делу. Значит, где наиболее полно дана система экономических законов и категорий капиталистического способа производства? Тех производственных отношений, которые сейчас господствуют в нашей стране, в России, ну, в значительной части других стран. Есть такое произведение, называется «Капитал», автор Карл Маркс. Я принес первый том «Капитала». Вот всего три тома «Капитала». Первый том, второй том чуть-чуть потоньше, и два третьих, ну, наверное, совокупности толще третьего. Поэтому, если вы хотите самостоятельно разобрать все хитросплетения, экономические законы, движение категорий, капиталистического способа производства, вот надо изучить, прочитать «Капитал» Маркса. И другого пути у нас нет. Потому что, честно скажем, если вы пришли сюда, так сказать, с задачей узнать все, ну, наверное, не получится. И самый главный путь – это вот изучение самостоятельное изучение «Капитала» Маркса. Как вы знаете, после первого курса Красного университета все, кто его окончит, переходят на второй курс. Второй курс – это означает самостоятельное изучение произведений марксизма-ленинизма. Когда вы будете готовиться и писать самостоятельную работу, там, кроме вопросов, будет дан список литературы. Вот «Капитал» идет под номером один. Первый том «Капитала» вышел в 1867 году. Ведь капитализм тоже не стоит на месте. Это форма развития производительных сил, форма развития общества. Он также развивается. Поэтому после уже смерти Маркса, да, кстати, второй и третий том «Капитала» был издан его другом и соратником Фридрихом Энгельсом. Вот. Маркса уже тому времени не было. Вот. Капитализм перерос в стадию монополистического капитализма. И вот Владимир Ильич Ленин написал небольшую брошюру, которая называется «Империализм как высшая стадия капитализма». Ленин скромный человек, он ее назвал «Популярный очерк». На самом деле в нем Маркс как бы развил те идеи, которые заложил Маркс в «Капитале». И вот да, анализ, развертывание вот этой, капитализма на стадии монополистической или империализма. Еще одна работа будет рекомендована. Это Смирнов Игорь Константинович, наш советский ученый. Можете не писать все это, там вы найдете в системе дистанционного обучения. Работа называется «Метод исследования экономического закона движения капитализма капитали Маркса». Почему ее рекомендуем? Потому что Игорь Константинович раскрыл очень важный вопрос. И этот вопрос, он важен даже не столько для исследования или понимания капитализма, а для социализма. Потому что в период от социализма, борьбы и, реставрации, контрреволюции и переходного периода обратно от коммунизма к капитализму, была то ли ошибка, сознательно, бессознательно, это другой вопрос, сделанный, когда ряд, лжетеоретиков, горе-теоретиков предложили использовать для развития социализма закон стоимости. Вы, наверное, слышали, знаете, что закон стоимости – это закон товарного производства. И не просто закон, а основной экономический закон. То есть такой закон, из которого произрастают все остальные законы. И законы производства прибавочной стоимости, и законы накопления капитала, и прочее, прочее, прочее. То есть подумайте, давайте положим. Есть социализм, строит диаметрально противоположный капитализм. Соответственно, экономика, она базируется на принципиально иных основаниях. Не законе стоимости, а законе потребительной стоимости. И цель социалистического производства, если при капитализме это вы, наверное, знаете, цель
капиталистического производства получение прибыли, извлечение прибыли, нажива. Цель социалистического производства другая, удовлетворение потребностей членов общества и свободное всестороннее развитие всех членов общества. То есть они диаметрально другая. И вот давайте подумаем. Вот приходит теоретик и говорит, давайте-ка мы для развития социализма как бы будем использовать основной экономический закон капитализма, закон стоимости, к чему мы придем. Но если мы этот теоретический вывод применим на практике, изменим всю систему управления, всю экономическую систему социализма, мы придем обратно к капитализму, коли это скоро основной экономический закон капитализма. Вот этому посвящена работа. Что касается другого строя, другой общественно-экономической формации, других производственных отношений, социалистических, вот три работы. Конечно, это работа Василия Яковлевича Ельмеева, крупнейшего нашего советского экономиста, философа, называется «Социальная экономия труда. Общие основы политической экономии». К сожалению, Василия Яковлевича с нами уже нет живых, но вот его труд остается, я бы сказал, на долгие годы, если на века. Если вы хотите узнать, что произошло в СССР и почему, в чем причины того, что произошло, произошел возврат капитализму, работа Михаила Васильевича Попова, с которым вы знакомились на прошлом занятии, это планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма. То есть Михаил Васильевич в этой работе рассматривает систему противоречий развития социализма. А противоречия, как вы уже, наверное, знаете, это борьба и единство противоположных сторон. То есть, скажем, вот в 60-е, 70-е, 80-е годы было навязано сверху и партией, скажем, какими-то там теоретиками, представление о непротиворечивости социалистического общества. Ну как это так? Все у нас и в природе, и в обществе противоречиво. И через противоречие есть и самый источник самодвижения всего в природе и в обществе и так далее. А здесь источник самодвижения социализма решили пока теоретически. Ну а за теорией, как мы знаем, следуют определенные практические действия. То есть сказали, все хорошо, мы идем только вперед, вот туда. Идет коммунизм. А противоположной тенденции нет. Но раз нет противоположной тенденции теории, а в жизни-то она есть, это значит зарыть голову в песок. Вот нет противоположной тенденции, она есть, она действует. Против чего? Против генеральной основной тенденции. И в конце концов эта противоположная тенденция переборола позитивную, стала главной. Вот тоже одна из причин возврата в нашей стране капитализму. И также рекомендую работу Михаила Васильевича Попова, называется «Социальная диалектика». Можно даже с этой работы начать знакомство с марксизмом, ленинизмом. Потому что Михаил Васильевич – это блестящий, лучший, наверное, знаток на сегодня диалектики. И он творчески применил диалектику, ну, так сказать, изложенную Гегелем наукой логики, и капиталистическому миру, и социалистическому, и условия современности. Вот такие работы. Я думаю, это работа не одной недели, не двух, а достаточно длительная. Но она благодарная. Потому что можно, конечно, как-то попытаться отдельные решать вопросы, разбираться в отдельных вопросах нашего экономического бытия и не только социального. Можно слушать, читать внимательно, так сказать, других людей. Но лучше всего, конечно, самостоятельно изучить, прежде всего, «Капитал» Маркса, как основное произведение, главное произведение марксизма. И это будет гарантия того, что вы будете самостоятельно разбираться в любых вопросах, больших и маленьких, нашей действительности или других стран. Также напомню, хотя, может, вам говорили, чтобы вполне понять «Капитал», то есть понять «Капитал» можно, а чтобы вполне его понять, особенно первую главу, надо простудировать науку логики Гегеля. Тяжелая задача. То есть многие из вас, наверное, приуныли, да? Нет. Но благодарны. Ну вот Михаил Васильевич, наверное, вам рассказывал, сколько он лет изучал диалектику. Науку логики Гегеля. Много десятилетий. Вот он уже ее изучил, а я еще был студентом
это был конец 70-х, начало 80-х годов, вот тоже пристрастился к этому делу, вот мы как бы изучаем. Но я хочу сказать, еще впереди много, конечно, чего изучать. Ну, дело благодарно. Значит, я начну с одного примера. Сегодня утром читал новости, ну, с одной проблемой экономической, поскольку мы сегодня должны, и сегодня на следующем семинарском занятии разбирать отдельные экономические проблемы современности. Обратил внимание на выступление Максима Орешкина. Знаете такого? Бывший министр экономического развития Российской Федерации. Бывший, его сняли. То есть человек, который, по идее, министр это же крупная должность. Это один из руководителей в правительстве. Человек, который отвечал, Министерство экономического развития отвечает за развитие нашей страны. Ну, пускай капиталистическое, ну, повторяю, капитализм тоже форма развития производительных сил. Ну, вот ничего что-то не получается, да? Вообще капитализм, у нас уже ставший капитализм, 3 десятилетия, срок громадный. Громадный срок. Но до сих пор Российская Федерация не может достичь уровня промышленного производства РСФСР 90-го года. Я вот здесь считал с калькулятором, ну никак у меня не получается больше 80-90%. 30 лет – это же колоссальный срок. Колоссальный. Даже особо-то ничего не прикладывая, можно уже в 1,5-2 раза увеличить. Значит, что-то не то делаю. Так вот, возвращаемся к Максиму Орешкину. Значит, был министром экономического развития, что-то не получилось, сняли его. Но не отправили никуда-нибудь, сделали помощником президента. Вот он сидит, помощник. Чем помощник занимается? Готовит какие-то доклады, советы президенту. И вот он что посоветовал? На одном из экономических форумов, здесь по телевидению показывали, он заявил, что, дорогие друзья, дорогие товарищи, экономические кризисы вообще свойственны всем развивающимся системам. А раз так, ну, дело-то, к сожалению, неизбежное, вот надо с ними уживаться как-то, вот привыкать к ним, к сожалению, от них не уйти. Он сказал немножко не так, он сказал, что значит мы развиваемся. Можно и так сказать, развиваемся. Суть-то здесь в другом. Значит, я не планировал рассматривать экономические кризисы, которые действительно свойственны капиталистическому производству, мы просто бы не успели дойти до этого. Ну, я не могу обойти такого высказывания. Значит, вот первое. Тут кризисы свойственны всем развивающимся системам. Так? Вот первую закидывает удочку, дорогие товарищи, ну, никуда не деться всем. А я напомню, что у нас в современном мире вообще-то две противоположные системы. Капиталистическая и социалистическая. Так вот, да, надо признать, что экономические кризисы, они внутренне присущи капиталистическому способу производства. Ну, если быть точнее, экономические кризисы – это одна из фаз экономического цикла. И вообще капитализм развивается циклически. Вот как капитализм стал там 2 столетия назад в странах Европы, прежде всего, и вот пошло экономическое развитие циклически. Циклически – 4 фазы. Сначала идет резкий подъем. Я буду так показывать подъем экономический, всех показателей. Растет производство продукции, сказать, вроде там объем производства растет и прочее, прочее, прочее. Достигает какой-то точки, причем резко это идет. Затем идет не менее резкий кризис или спад. После спада, он когда-то закончится, идет депрессия, когда производство не падает вроде и не растет. Достаточно длительный период. Затем идет оживление, такое медленное оживление. Затем снова экономический подъем и опять кризис. Вот 4 фазы цикла. Чтобы запомнить, можно не записывать, чтобы запомнить, давайте вспомним, как вообще болеет человек. Ну, каким-нибудь гриппом, ОРВИ. Вот сначала все плохо, все валится, температура, ломота в теле и прочее, прочее. Вот сидят родственники, больные, врачи и ждут чего? Кризис. Вот кризис наступил, слава богу. Кризис наступил, все, человек, ну, еще не выздоровел. Вот такая депрессия. Да? Не встать, не есть, ну, вроде уже полегчало. Затем начинается медленное выздоровление. Затем человек выздоровел, все, пошел на работу, подъем жизненной силы и так далее. Вот приблизительно такая ситуация. То есть в отношении капитализма Максим Орешкин
Правильно сказал. Но он-то сказал о всех системах, так ведь? А вот социалистическому производству экономические кризисы или цикличность производства, которая присуща, внутренне присуща капитализму, не свойственна. Там другое есть. То есть, как вы должны знать, социалистическое производство – это планомерно организуемое, так сказать, двигающееся и развивающееся хозяйство. Там другая проблема. Планомерно, вот, ну, относительно равномерно идет развитие. Там другая проблема, что при социализме в рамках планомерно организованного хозяйства есть элементы стихийности. И вот в этом противоречии идет развитие. Но это совсем другой, то есть, коленкор, другая сторона. Ну и вообще, даже с той точки зрения, можно все в жизни предвидеть до мелочей? Конечно, нет. Конечно, будут какие-то элементы стихийности, сказать, при полном коммунизме. Но это другой разговор. Тем более, буквально вчера я смотрел статистику вот этой организации экономического сотрудничества и развития. Как вот в этом году развиваются страны? Обращаю внимание, можете зайти в интернете, посмотреть. Сейчас там красиво подают в цветах. Вот она черта, нулевая, да? Нулевая. И пошли вниз, минус. Все страны. И Соединенные Штаты Америки, и Россия, и Германия, и Франция. То есть все капиталистические страны. И только один большой столбик идет с плюсом. Угадайте с одного раза, какая страна? Китай. Совершенно верно. Китайская Народная Республика. И опубликованы данные за 9 месяцев, что в третьем квартале рост ВВП Китая 4,9%. Это вот Коммерсант дал вчера такую информацию. И тот минус, который был в Китае, связан с известными обстоятельствами пандемии, ну, стихийные бедствия, болезни, всякие, везде бывает. То есть он преодолен. И Китай на сегодня единственный из крупных стран, которая дает положительный темп. То есть никакого кризиса даже сейчас в этих тяжелых условиях в Китае нет. Хотя на самом деле, если копнуть, Китай-то еще это социалистическая страна, но социализм там не построен. Там на самом деле внутри экономики Китая представляет себе переходную экономику от капитализма, так сказать, коммунизма. Там есть и государственный сектор социалистический, а есть сектор частный, есть мелкотоварный. Там идет борьба кто кого. Но это уже другой разговор. То есть даже в этих условиях обеспечен плюс. То есть вот первое, скажем так, некорректное высказывание господина Орешкина. И второе. Но если вот эти кризисы неизбежны, то, дорогие товарищи, ну чего рыпаться? Ну вот терпите, пожалуйста. Да, мучитесь, ну вот мы поможем, он там потом сказал, мы примем необходимые меры для того, чтобы поддержать малообеспеченных. А что означает кризис? Это вот человек работает, все вроде хорошо, зарплату получает, раз кризис. В лучшем случае урежут зарплату, а в худшем, извиняюсь за выражение, пинком под зад, и ты безработный. Все рушится, весь рушится. Нет, товарищи, терпите, пожалуйста. И не, самое главное, вывод-то какой? Ничего не сделать. Ничего не сделать. И не надо ничего делать, только терпеть. Хотя на самом деле-то выход есть. Принципиальный выход – это, пожалуйста, вот переход к коммунизму. Но даже в рамках капиталистического способа производства, в рамках капитализма тоже есть разные выходы. В чем будут противоречия капитализма оставаться, но какие-то пути развития возможны. Вот такой небольшой комментарий. Потому что, ух ты. Ну а мы идем вперед. Значит, с чего мы начнем? Начнем мы, наверное, с центральной категории капитализма. Она так называется капитал. Еще раз напомню, как называется основное произведение марксизма Карла Маркса. Капитал. Центральное – это не значит первоисходное. Исходное – это товар. Вообще капитал, капиталистическое производство, оно базируется на товарном производстве. Из него произрастает, как известно, товарное производство ежечасно, ежеминутно рождает капитализм. Поэтому, конечно, хорошо было бы с точки зрения соблюдения логики развития этих категорий, самого капитализма, возникновения его, развития и теоретического воплощения капитала, мы должны, по идее, начать с такой категории, как товар,
элементарной клеточкой капитализма, в которой внутри, еще в неразвитом виде, сосредоточены, заключены все противоречия, все определенности капитализма. Затем из товара, из мира товара выделяется один товар, который выполняет функцию всеобщего эквивалента – это деньги. А затем из денег возникает капитал. Ну, мы ограничены только временем. Поэтому мы начнем с капитала, но будем по необходимости вот возвращаться. Может быть, это не совсем правильно, но попробуем так сегодня. Итак, капитал. Наверное, слышали все это дело, читали где-то. В интернете сейчас можно много чего почитать. Кстати, правильно, бывает неправильно. Наверное, знаете, что когда речь идет о капитализме, о капитале, речь пойдет об эксплуатации. Это правильно, но не совсем точно. Значит, что такое эксплуатация? Это присвоение прибавочного труда и прибавочного продукта, созданного другими людьми. Что такое эксплуатация? Так история знает как минимум три способа производства, где эта эксплуатация была. Значит, рабовладельческий способ производства, феодальный и капиталистический. Но нас-то интересует вот эта социальная форма эксплуатации, то есть общественные отношения, при которых эта эксплуатация осуществляется, и каким образом. Ну, что касается рабовладения, там все просто. Раб, который работал на рабовладельце, значит, был, считался не человеком. Вроде как физиологический человек, но не человек. А кто он был? Ну да, орудие труда. Отличие от другого орудия труда, от какого-нибудь там мотыги, лопаты и так далее, это говорящее орудие труда. Соответственно, весь продукт, прибавочный продукт, который создавал раб, принадлежал рабовладельцу. Вот такая форма присвоения. Феодализм. Там все по-другому. Но должен сказать, он очень чистый, прозрачный способ производства. Сейчас нас любят говорить, нам нужны там прозрачные выборы, прозрачные отношения, все и так далее. Там все ясно. Крепостной крестьянин был привязан к определенному вот феодалу поместью. И он должен был, у него был свой клочок земли, на котором работал, что-то производил, за счет него и жил. Но при этом он должен был определенное время отработать на участке своего феодала. И все, что там производилось, создавалось, принадлежало, естественно, присваивалось феодалу. Вот такие отношения. Простые, чистые, понятные. Что касается капитализма, а вот здесь на поверхности это не видно. И в чем сложность понимания капитализма, что это такой строй и такие отношения, когда на поверхности все вроде бы чисто и понятно. Или во всяком случае нет никакой эксплуатации. В лучшем случае идет обмен, товарообмен. Обмен товарами, а обмен товарами по стоимости предполагает обмен эквивалентов. Но в итоге-то что получается? А в итоге получается вот эта самая эксплуатация. Значит, даю определение капитала. Оно очень простое, Маркс. Капитал – это самовозрастающая стоимость. И все. Ну, два слова. Самовозрастающая и стоимость. Значит, самовозрастающая. Ну, можно догадаться, значит, речь идет о том, что вот там, где есть капитал, то внутри происходят какие-то процессы внутри капитала, которые приводят к его самовозрастанию. Но вот слово «само» иногда смущает, вот само по себе это идет. Конечно, не само по себе. Там происходят эти процессы, мы будем сейчас разбирать их и как бы докопаемся до истины вместе с Карлом Марксом. Второе – стоимость. Вот стоимость, нам нужно вернуться к самому началу. Что такое стоимость? Значит, элементарной клеточкой капитализма, его первичной, является товар. Или товарное производство как основа капиталистического производства. Значит, товар. Что это такое? Это прежде всего вещь, с одной стороны, которая удовлетворяет те или иные человеческие потребности. Полезная вещь, благо. Но товар – это такая не просто вещь, это которая производится для обмена. С какой целью? Для обмена. То есть товар – продукт, предназначенный или производимый для обмена. Вот и все, или совсем по-простому. Можно такой пример. То есть товарное производство – это не вечное производство. Его когда-то не было, потом оно появилось, и когда-то оно уйдет со сцены исторической. Хорошо. Вот кто-то из вас, предположим,
Весной посадил у себя на участке картошку. Ухаживал, труд, умения свои использовал, вырастил замечательный урожай картошки. Решил всех нас пригласить. Сварил эти картошки, угощает, мы едим, нахваливаем. Вот этот продукт, эта картошка, товар или не товар? Не товар. Конечно, нет. Потому что она не произведена для обмена. А для чего она произведена? Для внутреннего, для собственного потребления. В данном случае мы имеем форму другую, так сказать, имеющую, так сказать, место в истории формы. Это натуральное хозяйство, натуральное производство. Скажем, латифундия рабовладельческая или там помещичье хозяйство. Вот натуральное производство. Второй случай. Решили вы, что нас приглашать, эту ораву кормить еще, да? Отвезу-ка эту картошку на рынок, продам. Отвез, продал. И что сделал с этой картошкой? Она стала товаром. Так ведь? Вот смотрите, одна и та же картошка. Так? Но в одном случае она не является товаром, в другом случае она становится товаром. То есть о чем это говорит? О том, что товарные отношения и вообще производственные отношения – это отношения между людьми. Поэтому стоимость – это тоже категория. Это отношения между людьми. Ее нельзя взвесить, нельзя микроскоп посмотреть. Нет, ну можно это только момент. Не только между людьми, но еще отношение к этому как раз товару, ну, условному. Для себя это одно, но продажу это на работу, что-то другое все-таки. Это отношение вопрос между людьми. Вопрос качества тоже сразу же ставишь. Нет, он в данном случае вопрос качества не имеет. Предполагается, что если некачественный товар, так он и не будет товаром, он не будет продуктом. То есть не будет это, он не будет материальным, не будет полезным вещью. Значит, возвращаемся. Значит, товары вот две стороны. С одной стороны, это полезная вещь или потребительная стоимость. С другой стороны, это стоимость. То есть в товаре воплощен абстрактный человеческий труд. Вот это что такое стоимость. Но для чего производит товар, скажем, мы возьмем простое товарное производство, мелкотоварное производство, еще не капиталистическое, с целью обмена. Чтобы на этот товар приобрести, купить другие товары, необходимые ему. То есть цель здесь получается получение других товаров через продажу своего товара, то есть через реализацию стоимости. А вот что касается капитала, то есть это самовозрастающая стоимость, то есть это тоже стоимость, но она растет. И в чем здесь вот заковыка, в чем здесь проблема? Давайте себе поставим на место капиталиста. У него есть приличная сумма денег, которая позволяет ему начать процесс производства. Что он? Это первоначальный капитал. Мы оставляем в стороне вопрос, когда, откуда он получился, этот первоначальный капитал. Вешают нам много лапши. Откуда? Экономят люди. Экономят, понимаете? Вот если трудящиеся они транжиры и моты, вот они всю зарплату свою спускают до копейки, а капиталисты, они вот экономили. И сэкономили эти миллионы. Опускаем этот вопрос. Предположим, вот он горит желанием начать производство капиталистическое. На эти деньги что он покупает? А деньги, это повторяю, это тоже особый товар. Это как бы вот такое воплощение стоимости. Он что покупает? Он, с одной стороны, покупает средства производства. Проще говоря. Здание, сооружение. Технику ставит, оборудование, станки, автомобили, необходимое сырье и так далее. А с другой стороны, он покупает еще один товар. Рабочую силу. Совершенно верно. Рабочую силу. Вот первая особенность. То есть капиталистическое производство, оно чем отличается от просто товарного производства? Только тем, это та стадия товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. Если у вас есть собственные средства производства, так вы не будете ее продавать. Будете сами работать, будете мелким товаропроизводителем, будете производить товары на рынок, обменивать и так далее и тому подобное. А если у вас нет средств производства, а есть только умение трудиться, способность трудиться, вот эту способность труду вы и продаете, а покупателем является капиталист. Значит, капиталист купил, с одной стороны, средства производства, с другой стороны, рабочую силу. Это называется средства производства постоянный капитал,
Рабочая сила, переменный капитал. И капиталист соединяет их, то есть организует процесс производства, значит, где они соединяются. И идет трудовая деятельность. Вот рабочие за станком работают, производят продукцию. Кому принадлежит произведенный продукт? И на каком основании? А почему? Совершенно верно. Потому что капиталист написал эти законы. Нет. Он постоянно капитал, он не принадлежит. Нет. И вот здесь никакого нет обмана. Все совершено на основе законов товарного производства. То есть на рынке встречаются два равных товаровладельца. С одной стороны, владелец денег, капиталист. Так? С другой стороны, владелец другого товара, но специфического, правда, товара, но товара рабочая сила. Вот они встретились, ударили по рукам. Вот вы устраиваетесь на работу. Вы приходите к одному капиталисту, вам не понравилось. Вы же не раб, вы не крепостной, вы свободный гражданин, у вас паспорт в кармане. Не понравилось, пошли к другому. Там не понравилось, пошли к третьему. Но где-то все равно надо устроиться на работу. И вы догадываетесь, что все равно прибавочную стоимость будет извлекать капиталист. И вот что здесь получается? То есть вот ударили по рукам. Все. А товарный обмен предполагает обмен эквивалентов по стоимости, по количеству абстрактного труда, воплощенного в товаре. А как тогда, вот если обмен эквивалентов произошел, откуда тогда может получиться приращение? И вот мы приходим к этой трудовой деятельности, к этому великому, скажем так, свойству человека. Как появился человек еще, сколько там тысячелетий назад, да, десятка тысячелетий, появился труд. Его способность создавать в ходе трудовой деятельности результат больше, чем затрачен. И в ходе капиталистического процесса производства рабочий создает новую стоимость, который превышает, скажем так, стоимость его рабочей силы и заключает в себе избыток, который называется прибавочной стоимостью. А поскольку товар рабочей силы купил капиталист, и сейчас дело идет не в том, что пускай даже на время, на какое-то время, вот на 8 часов в день, так ведь у нас по Трудовому кодексу, рабочая неделя 40 часов, на день 8 часов, на неделю на 40 часов. Если он купил этот товар, то он имеет право распоряжаться им, так ведь? Вот мы с вами возьмем, сейчас обменяемся, я вам дам часы, вы мне дадите ручку. Так? Я буду, что я хочу, то сделаю с этой ручкой, а вы с моими часами. Поскольку обмен – это взаимообусловная передача принадлежащих нам на праве собственности каких-то вот товаров на основе свободного договора. Вот мы с вами договорились, если я капиталист, вы продали мне рабочую силу на время. Так я на полную катушку, что называется, буду использовать эту рабочую силу. Соответственно, продукт, который создан рабочим, на принадлежащих капиталисту средства производства, также на основании законов товарного производства, принадлежит капиталисту. Он ее присваивает. Не уворовывает. Это неправильно, это вульгарно. А присваивает. Все как полагается. И фокус заключается в том, что в этом товаре заключена прибавочная стоимость. То есть создает эту прибавочную стоимость рабочий, а присваивает ее капиталист. То есть вот получается самовозрастание стоимости. Ну дальше пошли уже выводы у нас. Есть предел самовозрастания капитала? Нет, конечно. Если сегодня ты получил миллион прибавочной стоимости, завтра у тебя два, послезавтра три, 10 миллиардов и так далее. Здесь нет никаких пределов. И вот он процесс идет постоянно. Мы можем изобразить это на схеме. Она очень простая, понятная. Наверное, вы какие-то учебники встречали, нет, в «Капитале Маркса». Вот рабочий день. Давайте изобразим. Извините, на графике. Вот он. 8 часов. Да? Рабочий день. И в течение рабочего дня происходит следующий процесс. Ведь товар имеет две стороны – потребительную стоимость и стоимость. Соответственно, труд, создающий товар, имеет две стороны.
Это труд как конкретный, труд как абстрактный. Так вот, рабочий, используя свои умения, свое мастерство, своим конкретным трудом, он же использует средства производства. Он переносит стоимость, а они чего-то стоят. Он переносит стоимость средств производства на готовый продукт. Вот капитал мы называем постоянной эту часть, что он не меняет величины своей стоимости. Рабочий просто переносит. Вот из сырья делает готовый продукт. Вот то, что было в сырье, его стоимость, он переносит на готовый продукт. И абстрактным трудом он создает новую стоимость, в которой заключена эквивалент стоимости рабочей силы, ведь он должен получать зарплату, и прибавочная стоимость. И вот этот продукт капиталист получает, и рабочему возвращает в виде заработной платы. Поэтому рабочий день делится на две части, условно разделен на две части. Первая часть – это необходимое рабочее время. Ну, я обозначу здесь, в думе, сокращенно. Необходимое рабочее время – то время, в течение которого рабочий работает как бы на себя. Он создает эквивалент стоимости рабочей силы. Причем мы сейчас опускаем вопрос, что стоимость рабочей силы – это одно, а заработная плата несколько другое. И она бывает в разы отличается. Мы пока этот вопрос не берем. А другая часть рабочего времени, он работает на капиталиста, называется прибавочное рабочее время. Вот он, источник прибавочной стоимости или прибыли капиталиста. Ну а давайте теперь порассуждаем. Вот капиталист. Значит, вот капитал. Это такая центральная категория капитализма. Да? Это как самовозрастающая стоимость. А капиталист по отношению к капиталу – это кто? Ну, это представитель капитала, да, или олицетворение капитала. Вот Максим Дмитриевич сказал совершенно правильно. Точное определение – персонифицированный капитал. То есть вот это экономическое отношение, капитал – это самовозрастающая стоимость, она преломляется в голове, в сознании капиталиста любого каким путем? В виде побудительных мотивов. Ну какая цель у капиталиста любого? Получение большей прибыли, можно так сказать, получение прибавочной стоимости, наживы, можно так сказать, как угодно. Исходя из этих своих побудительных мотивов, которые коренятся в базисе, ну вот какая цель у капиталиста? Вот увеличить вот этот, вот эту часть, правильно? Каким путем это может сделать? Путь первый – увеличить продолжительность рабочего дня. Заставить рабочего работать не 8 часов, а 9. Так? Соответственно, присвоить эту часть. Можно до 10 и так далее. Причем капиталист это делает не потому, что он такой злобный родился, вот нехорошие люди. Нет, потому что он является отражением, вот, воплощением этого капитала, как самовозрастающей стоимости. Вот эта сама экономическая жизнь, экономическая действительность капитализма ее заставляет это делать. Вот вам ответ на вопрос. Скажем, почему у нас в России работают на 2,6 часа больше, чем в Германии, да? Это одна часть проблемы. Второе, как можно сделать? Ну вот сдвинуть необходимое рабочее время вот до такого уровня или до такого. Соответственно, прибавочное рабочее время тоже увеличится. Что значит уменьшить необходимое рабочее время? Зарплату. Это мы до этого дойдем еще. Зарплату не платить или уменьшить зарплату. Но есть такие случаи примерно, да, массовые у нас в стране, когда зарплату уменьшают. То есть, что получается? Вот мы по этой схеме видим. Вот строй капитализма. Так? Здесь два класса. Противоположными экономическими интересами. Противоположными, то есть диаметральными. То есть, их можно здесь вот как-то примирить или нет? Капиталист стремится вот увеличить прибавочное рабочее время. А увеличение прибавочного рабочего времени в любом случае приводит к чему? К уменьшению необходимого рабочего времени. Соответственно, экономический интерес рабочего класса какой? Увеличивать необходимое рабочее время. Это приводит к чему? К ущемлению интересов. То есть принципиально этот вопрос здесь не разрешим. Так? Он разрешим каким образом? Устранением одной из противоположностей. Ну, если мы предположим, вот устраним класс капиталистов. Ну, кому должен принадлежать созданный продукт? Тем, кто создает, рабочему классу. Вот он будет принадлежать. Будет устранен класс капиталистов, все, эта проблема разрешается. Вот теперь возвращаемся к вашему. Но опять вернемся к первому занятию.
смысл диалектики. Значит, одна из таких категорий диалектики – это противоречие. Что такое противоречие? Это борьба и единство противоположностей. То есть, видите, здесь слово «борьба и единство». В данном случае я сделал упор на борьбе. Вспомним, Ленин, тоже глубокий знаток диалектики, он писал, что борьба – это постоянно, а единство – относительно, временно, такое мимолетно, как бы, момент. То есть, возможно, в рамках капиталистического способа производства единство интересов рабочих и капиталистов. Ну да, возможно. Но как момент. Как момент. Каким образом? Только тогда, когда какой-то капиталист повышает производительность труда. Ну, это важнейшее тоже понятие экономической теории – производительность труда. Она характеризует, ну, есть производительность труда, есть противоположная категория – трудоемкость. Сколько в единицу времени выпускается продукции. И вообще человечество таким образом развивается, что производительность труда постоянно превышается. Это отражение научно-технического прогресса, который при всех общественно-экономических формациях присутствовал, шел, и в этом залог нашего оптимизма и развития человеческого общества. То есть рост производительности труда означает, что выпускаемой продукции заключается меньше труда. То есть меньше стоит он. А товары на рынке продаются по рыночным ценам. Ну, как бы формируется как бы на уровне среднем. Поэтому капиталист, который повышает производительность труда, будет определенное время снимать сливки, образно говоря, до тех пор, пока другие капиталисты тоже не повысят производительность труда и не вырвутся вперед. Вопрос: кому принадлежат вот эти сливки, вот эта дополнительная прибыль? Ну, капиталисту. До каких пор? До тех пор, пока рабочий класс не потребует. Поэтому мы приходим к очень важному моменту, такому же и к выводу. Вот формально вот на рынке встречаются две равные как бы стороны, формально, юридически. Рабочий, который продает, рабочий товаровладелец продает свою рабочую силу, и капиталист, покупатель. При равенстве вот этих прав, права-то равны. Вам не нравится этот капиталист? Ну, пожалуйста, идите к другому. Тот не нравится, идите к третьему. При равенстве прав как решается вопрос? Силы. Силы, кто кого переборет. Поэтому вопрос, скажем, размера заработной платы или там, длины рабочего дня – это вопрос классовой борьбы. Классовой борьбы с одной стороны рабочего класса, с другой стороны – класса капиталистов. И вот эти я примеры приводил. Мы вернемся сейчас, уже будем заканчивать первый час занятий. Они вот как раз говорят об этом. Ну, почему в Германии зарплата, во-первых, выше, во-вторых, рабочий день. Ну, 2,6 сейчас это очень много. Значит, более сильное, так сказать, и организованное рабочее, так сказать, движение. То же самое во Франции. Но простой пример из нашей жизни реальный. Вот совсем недавно была эпопея с повышением пенсионного возраста. Ну, если копнуть поглубже, что это значит повысить пенсионный возраст? Ну, вот Марс сказал, это увеличить, заставить людей дополнительно работать на класс капиталистов. Вот и все, так сказать, в чем здесь причина. Две стороны, значит, Россия и Соединенные Штаты, и Франция. Ну, вот были организованы у нас действия, да, чтобы противостоять попыткам правящего класса буржуазии повысить пенсионный возраст. Вот я ходил в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, ну, наверное, на все мероприятия, на все митинги. Ну, должен сказать, что самый массовый был вот у памятника Ленина, Финляндского вокзала, организован КПРФ. Ну, не более 5000 человек было. Но для 5-миллионного города это ничто. Франция. Была попытка буржуазные власти повысить пенсионный возраст. Какое сопротивление встретило? Ну, я там цифры читал в печати, и, сказать, судя по репортажам, там вышли, ну, на несколько миллионов человек. И поэтому буржуазное правительство отступило и сняло. Время, понятное дело, что временно, но сняло с повестки дня этот вопрос повышения пенсионного возраста. Вот на результат. Или по уровню заработной платы. Вот такой профсоюз
есть межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности. Они в свое время опубликовали данные по оплате труда на предприятиях крупнейших автоконцернов по странам. Ну, размер в евро, в часах. Вот одна монополия возьмем, скажем, Ford. Крупнейшая мировая монополия, производит автомобили. И вот смотрите, для примера. Германия. Значит, оплата в час работников. Жители Германии, которые работают на предприятиях Форда, там 30 евро в час. В России 7 евро. Ну в чем причина? Ведь не будем же мы думать, что там, так сказать, более сложная техника стоит, более высокая квалификация у работников, а у нас здесь молотками, да, не знаю, там, кувалдами работают. Технологии-то одни и те же, автомобили одни и те же, но это же колоссальное различие. 4 с лишним раза. Поэтому ответ очень простой. Значит, там на этом уровне экономической борьбы рабочий класс организован пока лучше, чем у нас в России. То есть мы пока еще только на этих подходах. Я сегодня звонил в профсоюз докеров морского порта Санкт-Петербурга. Ну, вы знаете, там сильная, так сказать, профсоюзная организация. Много лет они, так сказать, организованы, ведут коллективные действия. Значит, спрашиваю, какая у средняя заработная плата? Мне называют сумму 106 тысяч. Значит, местная власть отчиталась, что по итогам, по-моему, третьего квартала средняя зарплата по Санкт-Петербургу 61 тысяча рублей. Но средняя, вы знаете, как средняя температура по больнице. Берут зарплату руководителей, берут зарплату тех, кто мало получает, вот средняя получает. Можете сориентироваться по своим заработным платам. То есть, во всяком случае, по отношению к средним, зарплата докеров, а докеры – это рабочие. То есть, не руководители, их зарплата здесь не учитывается. Ну, в полтора раза выше. Вот как так получается? Что это вот такой там добренький руководитель? Да нет, конечно. Вот пример организованных коллективных действий. Или то же самое профсоюз авиадиспетчеров. Заработная плата там до 120 тысяч средняя. Ну, то по стране у нас 51 тысяча, Росстат отчитался. Получается, в 2 с лишним раза больше. Мы знаем, это все заслуга организованных борьбы профсоюза авиадиспетчеров. То есть вот пока, ух ты, где перерыв, не успеваем. Значит, делаем перерыв. У нас, как вообще полагается, уважаемые коллеги, у нас час мы занимаемся, затем 10-минутный перерыв, затем продолжаем. У тебя, Паша, что мне терять-то было? Я пошел, чтобы добиться того, чтобы не повышали пенсионный возраст. Вот я попал в компромиссный, мне на полгода повысили. А вы ходили на митинг? Нет. Я не знал. Вот вам на 5 лет. Правильно? Вам на 5 лет. Так вам и надо. А если бы и знал, то не факт бы пошел. Почему? Вот. Сейчас у нас пенсионеры работают из-за того, что у них такая вот судьбинушка. Да. Да, нужно работать. И пенсионеры не идут из-за того, что, ну, так и так, что и пускать на пенсию раньше вышел, а все равно работать надо. Вот вы согласны с тем, что если, нет, вы пришло, если пришло бы не 5 тысяч, а 100 тысяч в Ленинграде, там 200 тысяч в Москве, вот, наверное, бы отреагировали по-другому. И вполне возможно бы отменили ее. Там же тоже не дураки сидят, буржуазные, так сказать, наши руководители. Они смотрят, ну все, народ проглотил эту пилюлю. Ну сейчас, ну все, давайте больше. Молчит, давайте еще. Ну, это как раз хорошо показывает с точки зрения капиталистов, например, если ко мне не идут в расчетную кассу, то что, я буду всех звать, что ли? Где-то в том числе, да. Виктор Иванович, я хотела вас уточнить, как мне рассчитать? Вместо вас вот там стоит. Ну, даже не делаем на моем конкретном предприятии. Что-то не расслышал, что рассчитать? Показатели, какие нужно взять из бухгалтерской отчетности, чтобы рассчитать возможность повышения как раз реальной стоимости. Степень эксплуатации. Очень просто считается отношение прибавочной стоимости к заработной плате рабочих. То есть вам надо прошерстить имеющуюся финансовую, бухгалтерскую и статотчетность.
Значит, как считать прибавочную стоимость? Есть такое выручка. Выручка – это сумма всех денег, полученная капиталистом за проданный товар. Вот выручка. Получается, ничего не изменится. Они мне не волнуют. Выручка, нет, выручка. Так они не будут. Обозначать, ну вот хорошо, стоимость товара, да? По Марксу будет С плюс В плюс Н. Вот выручка. И буду вычитать. Она включает в себя издержки производства. Издержки производства, иногда ее называют себестоимость. Это затраты средств производства. Это вот С, капитал. Заработная плата рабочая и прибавочная стоимость. Значит, норма прибавочной стоимости – это отношение М к В. Вам надо найти М и В. Значит, заработную плату, давайте мы начнем с этого, заработная плата рабочих. Вот с точностью до 100% нигде не найти. Но некоторые предприятия, некоторые организации дают в своих отчетах численность рабочих. И дают среднюю зарплату. Либо дают фонд заработной платы и общую численность. То есть вам надо численность рабочих умножить на среднюю заработную плату. И умножить на 12. 12 – это погода, потому что погоду надо брать. Если численность рабочих не указывается, тогда вы делаете так называемое экспертное заключение. Вы же эксперт? Становление. Замечательно. Экспертное заключение. Значит, посмотреть, как по родственным предприятиям. Если нет по родственным предприятиям, посмотрите по промышленности России. Я вам точно скажу, что органы Росстата дают справочник, называется «Промышленность России», и там численность рабочих была. Я даже посчитал удельный вес рабочих численности промышленно-производственного персонала нашей промышленности составляет 75%. То есть, если численность рабочих у вас нет, вы берете численность персонала вашего предприятия, умножаете, берете 75%. Вот численность персонала. Это будет количество, экспертное ваше заключение, количество рабочих. Дальше потому, как сказал, умножаете на среднюю заработную плату, умножаете на 12. Вы получите вот это дело. Дальше. Вы из выручки отнимаете полученный результат. То есть фонд заработной платы рабочих. И издержки производства. И у вас получится прибавочная стоимость. Ну, дальше уже арифметика. Чтобы получить прибавочную стоимость, надо из выручки и стоимости товаров отнять С плюс В, правильно? Ну, перенесем просто в другую сторону. Но имейте в виду, что в издержках производства, или ее называют на социалистический манер себестоимости, запрятаны многие вещи, которые на самом деле являются выплатами с прибавочной стоимости. И этим отличается. Ну, продолжим, да? Давайте тогда вкратце для тех, кто был на перекуре, последовал вопрос. Вообще-то на втором часе мы должны обсуждать отдельные вопросы какие-то. Я буду отвечать, мы можем подискутировать, поспорить, если получится. Последовал вопрос, как рассчитать норму прибавочной стоимости. Как раз это следующий вопрос из того, что мы рассмотрели. Значит, норма прибавочной стоимости, отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу обозначается, у Маркса обозначается буковкой М-штрих, М к В. М – это прибавочная стоимость, В – заработная плата.
Вот на этой схеме, вот правая часть – это прибавочная стоимость, которая создается трудом рабочих, прибавочное рабочее время. А В – это заработная плата или переменный капитал. Создается за необходимое рабочее время. Отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу или норма прибавочной стоимости Маркс назвал точной степенью эксплуатации. Почему? Ну, кто создает прибавочную стоимость? Рабочий. Это отношение показывает, сколько капиталист отнимает, ну, присваивает рабочего, себе присваивает, и сколько отдает ему. В следующем семестре у вас будет отдельная тема. Будет Владимир Александрович Кучук читать как раз по норме прибавочной стоимости. Могу сказать, по оценкам ведущих наших экономистов, а именно доктора экономических наук Долгова Виктора Георгиевича и доктора экономических наук Олега Анатольевича Мазура, норма прибавочной стоимости, то есть степень эксплуатации рабочих в России составляет 700%. Это означает, что значит 700%? Да, она выражается в процентах. 700%. Вот так получилось, но хорошо запоминается. Если рабочий день у нас 8 часов, то прибавочная стоимость заключается в 7 часах рабочего времени. Соответственно, заработная плата 1 час. Так ведь? Если при 8-часовом рабочем дне вот такой расклад, 7 часов прибавочное рабочее время и 1 час необходимое рабочее время, то 7 к 1 умножить на 100%, сколько составляет? 700%. То есть можно и таким образом норму прибавочной стоимости изобразить. То есть можно в процентах 700, а можно в отношении необходимого прибавочного рабочего и необходимого. То есть, иначе говоря, при 8-часовом рабочем дне 1 час работает на себя и 7 часов на капиталиста. Вот такая ситуация. Значит, вы можете проверить, значит, тогда как идет расчет. То есть мы пришли. Значит, по рабочим. Вкратце повторю. Значит, В – это заработная плата рабочих. Как найти ее в статистике наших организаций? Если повезет, в лучшем случае, некоторые организации своей статотчетности указывают количество рабочих. Ну, в частности, я по просьбе профсоюза докеров рассчитывал в прошлом году норму прибавочной стоимости Новороссийского морского торгового порта. Вот, на удивление, обнаружил, что они дают общую численность персонала предприятия, и в том числе численность рабочих. Дальше. Берете среднюю заработную плату. Хорошо бы найти заработную плату рабочих, но вряд ли, я не знаю ни одной отчетности, где бы организации это указывали. Поэтому нужно довольствоваться средней заработной платой, понимая, что она будет, ну, несколько завышенной. Я думаю, что рабочих получают меньше. Потому что среднюю заработную плату входит и зарплата рабочих, и ТР, и руководителей. Она будет завышенной. Но другого нет. Поэтому берете среднюю заработную плату рабочих, умножайте на количество рабочих, умножайте на 12. 12 – это количество месяцев в году. Потому что, ну, если будете годовую отчетность брать, если квартальную, умножайте на 3. Это уже техника. Таким образом, вы получите фон заработной платы рабочих или переменный капитал. Вот это В. То есть знаменатель у вас есть. Значит, как найти прибавочную стоимость? Вот из этой формы. Стоимость товара определяется. Вот латинское W большое, Маркс использовал в капитале. Складывается из стоимости потребленных средств производства, переменного капитала или заработной платы и прибавочной стоимости. Соответственно, если мы сделаем, это уже дальше арифметика прошла, перенесем на другую часть. Чтобы найти прибавочную стоимость, надо из стоимости товара, а стоимость товара – это выручка.
бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности, это называется выручка предприятия, выручка. То есть стоимость проданных товаров, выручка. Отнять издержки производства. С плюс В – это издержки производства. То, что капиталист понес издержки. А какие он понес издержки? Он затратился на заработную плату рабочих В и на средства производства. Совершенно средства производства. Это я в широком плане. А средства производства какие это? Амортизация. Так? Основные фонды. Амортизация – это что касается основных фондов. И полностью стопроцентные затраты на оборотные средства. На сырье, на вспомогательные материалы и так далее и тому подобное. Вот, в теории. На практике получатся некоторые проблемы, потому что по действующей бухгалтерской отчетности, по действующим правилам, в издержке производства включается очень много есть статей расходов за счет прибавочной стоимости. Например, если капиталист берет кредиты в банках, то процентные выплаты по кредитам бесплатно же никто не дает. Значит, за кредит надо платить и немало, так сказать, большие деньги. Так вот, выплаты процентов, процентные выплаты по кредитам банкам коммерческим, они закладываются с чистой совестью капиталистам, закладываются в издержки производства. Хотя, по сути дела, это не так. Мы вот забегаем вперед. Ну, коль последовал вопрос, давайте мы рассмотрим. То есть вот что получается. На самом деле есть первичное распределение прибавочной стоимости, вторичное, третичное и так далее. Вот первичное, даже не сначала, рабочий создал новую стоимость. Капиталист, как организатор производства, будем считать, он продал произведенные рабочими товарами, получил выручку. Вот возместил. Средства производства новые купил, там на амортизацию отложил, выплатил заработную плату и получил прибавочную стоимость. Это первичное распределение. А что дальше происходит? А дальше он должен, капиталист, из этой прибавочной стоимости поделиться. Ну, во-первых, кстати, он должен выплатить зарплату своим работникам, которые не являются рабочими. Ну, и другой вопрос. Выплатить налоги с прибыли. Вы знаете, 20% выплачивается. Как, куда выплачивается? В государственный бюджет. А государственный бюджет – это что такое? Да, ну это казна. Вот, это общая казна капиталистов, общий фонд. Некоторые говорят общак, ну, можно так вульгарно сказать, капиталистов. Но кроме промышленного капиталиста есть другие капиталисты, которые выполняют важные функции в процессе капиталистического производства. Во-первых, это торговые капиталисты. Но это особая, так сказать, отрасль деятельности. Есть сфера производства и сфера обращения. В сфере обращения действуют торговые капиталисты. Они выполняют важные функции, реализуют товары, покупают. Откуда у них прибыль берется? Вот делятся промышленные капиталисты. А также в сфере обращения, в сфере уже денежного обращения, действуют особые капиталистические предприятия, которые называются банки. То есть по мере развития капитализма вот они появились. Они тоже выполняют важные функции для капиталистов. Аккумулируют временно свободные денежные средства, да, предоставляют кредиты нуждающимся в них капиталистам. Кредиты предоставляются не бесплатно, а за определенную плату под банковский процент. Так вот, банковский процент – это и есть форма прибыли или форма прибавочной стоимости. Откуда она получается? Источник. Потому что в банке вы не найдете ни одного рабочего, который создает прибавочную стоимость. Там сплошь клерки. Да? Клерки. Однако банковская прибыль есть, присутствует, и немалая. Так вот, по сути, это капиталист – промышленный капиталист делится с банковским капиталистом частью прибавочной стоимости, которую он присвоил и которую создали рабочие на его предприятии. То есть на самом-то деле, то есть банковский процент вот отсюда он идет. Но закладывается в силу принятых правил бухгалтерского учета, он закладывается в издержки производства. Дальше вы хорошо знаете, что есть начисленная заработная плата, а есть зарплата, которая на руки выдается. Да. То есть там есть подоходный налог. Более того, кроме того, есть начисление на заработную плату.
ну, скажем так, граждане это не чувствуют, а их выплачивает работодатель, капиталист. Они немалые. То есть это отчисление, пенсионный фонд, там, фонд соцстраха и так далее. Немаленькое отчисление. Источник этих отчислений какой? Прибавочная стоимость. Но они закладываются в издержки производства. Вот это, кстати, можно и нужно найти. И нужно эти суммы вычесть из издержек производства и приплюсовать к прибавочной стоимости. То есть здесь получается достаточно много таких тонких моментов, но это все можно посчитать. И вы выйдете на конкретную цифру нормы прибавочной стоимости на вашем предприятии. А вот дальше можете сделать вывод и сопоставить, какие есть экономические возможности у данного конкретного капиталиста выдрать, забрать часть прибавочной стоимости, чтобы ее направить на увеличение заработной платы. Есть такие предприятия, скажем, вот Новороссийский морской торговый порт, это в прошлом году я прямо удивился, то есть там настолько колоссальная вот прибыль у капиталистов, что при повышении заработной платы до 200 тысяч, посчитал, он получается там все равно, и капиталист имел бы рентабельность, а рентабельность это такой ключевой, один из ключевых капиталистических показателей эффективности производства, она превышала бы несколько раз среднюю по России. То есть это говорит о том, что данное предприятие очень высокоэффективное с точки зрения капиталистического производства. Хотя может быть и так, что прибыли нету. У нас нету. Нету. А здесь тоже важный, интересный вопрос. Как функционируют наши капиталистические предприятия в массе своей? А очень просто процесс идет. То есть прибыли выводятся. И механизмы здесь море. И вы статистической отчетности это не обнаружите никак. Потому что это нужно знать всю подноготную кухню, которая не показывается. Есть коммерческая тайна, да? Вот она и позволяет. Но в любом случае, дело даже не в этом. Дело не в этом. Как должен поставить себя, вот, скажем, коллектив? Организованный. Потому что если кто-то один выступит, ну, ничего не получится. Скорее всего, предпримут меры, уволят человека, потом будет он оправдываться долго, по судам бегать. А если организованный коллектив, он должен поставить вопрос. Вот как ставили, скажем, рабочие Владивостокского морского торгового порта, это один из немногих случаев, когда они в коллективном договоре, а коллективный договор он регулирует отношения между коллективом и работодателем. Причем он обязательно должен улучшать положение, так сказать, работников по отношению к нормам Трудового кодекса. Так вот, там было два пункта забито, очень важных. Первое – это полностью индексировать заработную плату на коэффициент инфляции. И второе – часть экономии, часть добавочной прибыли, получаемой капиталистом от роста производительности труда, добавлять на повышение заработной платы. То есть вот получается механизм повышения реального уровня содержания заработной платы по отношению к тому, что есть. Так, значит, я предлагаю сейчас еще один вопрос закончим, поскольку мы цепочки потянули эти вопросы, затем перейдем уже к обсуждению. Итак, значит, вот что из себя представляет капитал, так, самовозрастающая стоимость. Значит, мы сейчас рассмотрим вот переменный капитал. То есть это или рабочую силу. То есть в условиях капитализма капиталистическое производство, напоминаю, это та ступень развития товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. Рабочая сила становится товаром, и по всем законам, экономическим законам товарного производства на рынке происходит обмен эквивалентов, но товар рабочая сила – это товар особого рода. Ведь любой товар, он имеет, с одной стороны, потребительную стоимость, с другой – стоимость. Потребительная стоимость – это полезность вещи, свойство товара удовлетворять те или иные человеческие потребности.
Ну а стоимость – это воплощенный в товаре абстрактный труд. А вот товар рабочая сила, почему товар особого рода? Ну, потому что носитель является не мертвая какая-то вещь, а живой человек. Поэтому и потребительная стоимость товара рабочая сила, и стоимость несколько меняется, модифицируется из-за этого обстоятельства. Поэтому стоимость товара рабочая сила, давайте еще раз попытаемся порассуждать, значит, стоимость товара – это воплощенный товар абстрактный труд. Поэтому можем предположить, что стоимость товара рабочей силы, вот так вот пока, первый шаг, это вот какой-то труд, воплощенный в том, чтобы создать этот товар. А что такое человек, вот рабочий? Вот он сам, у него есть семья. Чтобы он жил и постоянно возобновлял свою рабочую силу, все развивался, стоимость товара рабочей силы заключается в стоимости средств существования, необходимых для жизни рабочих и членов ее семьи. Вот такая модификация. Это важнейший вопрос, и кстати, всегда, уже много лет, как бы домашнее задание, да, неформальное домашнее задание, рассчитать стоимость рабочей силы. Вот я принес несколько газет, последних газет, практически в каждых, вот за рабочее дело, в этом году номер 6. Я уверен, что все эти товарищи, которые считают стоимость рабочей силы по своему региону, по своему заводу, они все заканчивали Красный университет. Вот расчет стоимости рабочей силы Белгород на февраль 2020 года. Товарищ Асташенко посчитал. То есть он сделал расчет, взял статьи затрат, что необходимо рабочему и членам его семьи для нормального существования, нормального. Не какое-то здесь экстраординарное. Оно включает следующее. Квартира нужна? Нужна. Питание нужно, лечение, обучение детей, отдых и так далее и тому подобное. Вот вы там посмотрели. И получилось, что с учетом, если два человека в семье работают, муж и жена, 187 395 рублей. Стоимость рабочей силы, повторяю, стоимость нормального существования рабочей его семьи. Вот другой номер я газеты взял, сейчас покажу. Это восьмой номер, вот самый свежий. Тоже опубликовали. Цена вопроса – стоимость рабочей силы во Владивостоке на май 2020 года. Автор – Левша, Центр судоремонта, Дальзавод. Значит, по Владивостоку получилась стоимость рабочей силы при двух рабочих 231 тысяча рублей. Пожалуйста, такое домашнее задание. Ну, не обязательно к следующему вторнику, так найти времечко и посчитать. Вот воспользоваться теми расчетами, что есть. Значит, первый расчет был сделан достаточно давно докерами морского порта Санкт-Петербурга. Это было, наверное, больше 10 лет назад. И тогда получилось 143 тысячи рублей. По-моему, я взял... А вот он есть, да, расчет. Можете отпустить по рядам. Как бы образцово-показательный. То есть вы можете посмотреть, с чем-то поспорить, с чем-то согласиться, что-то добавить свое и сделать расчет. В чем будут различия? Различия, во-первых, будут по регионам, конечно. Потому что одна из важнейших, главнейших составляющих – это стоимость квартиры. Но одно дело в Ленинграде, другое дело там в Владивостоке или в Белгороде, в каком-то районном центре. И будет большое различие. Также будут зависеть различия от специальности. Например, наличие машины где-то обязательно. Семейный автомобиль, а где-то не обязательно. То есть это дело творческое. То есть вот такой уровень. Значит, стоимость рабочей силы. Вот я озвучил по разным регионам. А что такое заработная плата? Да, я извиняюсь, мы не закончили. Вторая сторона товара. То есть стоимость, со стоимостью разобрались, а потребительная стоимость. То есть потребительная стоимость любого товара вот такого. Это удовлетворять какие-либо человеческие потребности. Это полезная вещь. Скажем, ручка, вот, удовлетворяет наши потребности, пишем, часы,
другую, телефон, третий и так далее. А рабочая сила – товар особый, но он тоже как товар имеет потребительную стоимость. Какая потребительная стоимость? Вот она особая. Кого интересует, какого покупателя интересует товар рабочая сила? Вас интересует? Нет. Меня интересует вас, капиталиста. Для чего покупает, приобретает товар рабочую силу капиталист? Чтобы извлечь прибавочную стоимость. И он это получает. То есть у товара рабочая сила есть особая потребительная стоимость. Это вот это свойство, вот это удивительное свойство товара, создавать стоимость большую, чем она сама стоит. Вот стоит она столько, а создает вот столько. Да, прибавочную стоимость создает. То есть вот особое свойство, потребительная стоимость товара рабочая сила. А вот теперь перейдем к заработной плате. Вопрос на засыпку, что называется. Что продают рабочие? Ну, хотя вы уже знаете, хотя если зайдете в интернет и будете слушать буржуазное телевидение, радио, вам скажут, продают труд. Рабочие продают труд. И вообще заработная плата – это вознаграждение за труд. Если вы отроете законы наши, да, государственные законы, трудовой кодекс, там сказано, что заработная плата – это плата за труд. То есть рабочий труд продал, поработал, получил заработную плату. А почему такая маленькая? Ну, труд ваш очень маленький, слабенький, плохонький. Мало получаете, больше работаете, больше по ночам работаете и так далее. Хотя вот Маркс раскрыл эту заковыку. Не труд продают, а способность труду. Способность труду. И купив этот товар, даже на время, капиталист, я повторюсь, это важнейший момент, он на полную катушку, что называется, заставляет рабочего работать, создавать прибавочную стоимость, которую он потом и присваивает. А заработная плата, значит, что это такое? А вот давайте вернемся опять к началу. То есть есть товары, мы знаем, товар имеет две стороны. Потребительную стоимость и стоимость. Стоимость, воплощенная в товаре труд. А как измерять? Ну, измерять это вообще-то в часах, да, в количестве этого труда. Но товарное производство – это хитрая система. Если все так было просто, было бы неплохо. Были такие мелкобуржуазные социалисты, типа Прудона и его последователи. Прудон, кстати, современник Маркса, даже пораньше чуть-чуть жил, которые пытались построить на основе товарного производства справедливое общество. Но ничего у них не получилось. Там Народный банк создавали, все это лопнуло. Потому что невозможно. Там есть такая заковыка, что стоимость товара все измеряют не напрямую в количествах вот этого затраченного общественно необходимого труда, абстрактного труда, а по-другому. Стоимость любого товара измеряется в каком-то количестве другого товара, который выполняет роль всеобщего эквивалента, то есть в каком-то количестве денег. Вот так вот, хитрость такая. И денежное выражение стоимости товара есть цена его. И хитрость в том, что цены, они всегда колеблются вокруг стоимости, либо выше, либо ниже. И совпадение цен со стоимостью – это редкий случай. Но в отношении товара рабочей силы теоретически – да. Кстати, стоимость, цена может быть выше стоимости. То есть выше вот этих цифр озвучил. Но как на практике, какая у нас средняя заработная плата? Вот по России Росстат отчитался 51 тысяча рублей. Средняя. Последние цифры, что я нашел по рабочим, это был 17-й год. После этого прекратили. То есть наша буржуазная статистика, видимо, решила отказаться. Рабочих в стране нет. Нет, это дело опасное. Давайте мы все это, человек некий средний, усредним все. Значит, заработная плата 36 тысяч была. Но даже если мы помножим на коэффициенты инфляции за эти три года, ну, не выше 40 тысяч рублей. И вот соотношение, вот реальное соотношение. Значит, стоимость рабочей силы, вот 200 тысяч, там 183 тысячи, 230, около 200 тысяч рублей. Стоимость рабочей силы. Заработная плата, как денежное выражение вот этой стоимости рабочей силы, ну, в несколько раз ниже. Вот такая печальная, скажем, действительность у нас в России. Ну, и как от этого избавляться, вот мы с вами рассказывали. Скажем, чисто экономические требования повышения заработной платы возможно только в одном случае, когда трудящиеся выступают. Ну, что может рабочий класс
или трудящихся в целом противопоставить силе капитала. Только свои организованные действия. Я пример вам приводил. Так, какие у вас вопросы? Про науку логики. Скажите, пожалуйста, как наличное бытие переходит в для себя бытие? Это очень большой процесс. Вы что? Там получается несколько цепочек для себя бытия. Наличное бытие тогда в следующую ступень. Сходу меня подцепили. Значит, давайте так. То есть у нас наличное бытие – это результат снятия становления. Так? И поэтому в нем есть… Бытие, приходящее ничто, ничто приходящее. Нет, это становление, да. То есть у нас налицо как бы бытие, но в нем есть небытие, потому что становление у нас есть и возникновение, и прихождение, то есть и бытие, и ничто. То есть у нас наличное бытие, такое бытие, которым есть небытие, так? Вот это первый шаг. Дальше. И мы рассматриваем вот это небытие, взятое в бытие таким образом, что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. Так, да? Ну, дальше вот мы, логическая цепочка, вот мы получили, то есть мы логически шли чего? От становления, так? Наличное бытие. И затем перешли к определенности наличного бытия. Раз мы перешли к ней, мы ее должны мысленно взять и рассмотреть. А мысленно что значит? Мы как бы вот из этого живого целого, такого противоречивого, ее как бы выдираем, повторяю, мысленно. Вот мы берем эту определенность наличного бытия и рассматриваем как таковую. Она что есть? Качество. Качество. Следующий шаг. Так? Качество. И дальше мы опять начинаем рассматривать его с двух сторон. Качество вот как и бытие, и со стороны как бы вот этого отрицания небытия. То есть на что получается у нас в таком случае, если мы берем качество с двух сторон? Реальность и отрицание. Совершенно верно. И дальше следующее, уже следующий шаг, мы переходим к чему? Совершенно верно. К нечто. Дальше рассматриваем это нечто. В нем два момента. То есть равенство с собой – это в себе бытие. И неравенство с собой. Там оно должно быть, ну, нечто иное. Это будет, да, совершенно верно. Совершенно верно. А потом тогда уже оно будет… Да, я пропустил, правильно. Я как-то тороплюсь. То есть получается, что у нас, но все равно в итоге у нас получается, что единство в себе бытия и бытия для иного. То есть иначе говоря, это может быть равенство с собой и неравенство с собой. То есть вот замечательная категория, вот это, изменяющееся нечто. То есть она и во всей жизни есть, и, скажем, мы на кружке логики, ну, любили вот это, так сказать, рассматривать единство себе бытия и бытия для иного. Как вот это понять? Равенство с собой, не равенство с собой. Ну, наверное, вам приводили на семинаре примеры, да? Что значит равенство с собой? Ну, даже в жизни вот есть такое. Человек вот равен самому себе, да? Вот вышел из себя, то ругаешься, критишь, да приди ты в себя, вернись в себя. Это равенство с собой, равен самому себе. И не равенство с собой. Вот пример. Значит, вы пришли час назад, ну уже больше, почти полтора часа назад, вот в одном состоянии. Уйдете через несколько минут уже другим человеком или нет? На временно, да, нет. Да, совершенно верно. То есть, с одной стороны, вы уйдете другим, просветленным в области политической экономии марксизма, с другой стороны, вы уйдете тем же самым.
Вот получается категория изменяющееся нечто. А дальше, дальше у нас что идет? После изменяющегося нечто. Я, наверное, пропущу, там идет определение у нас. Определение. Там еще у нас будет бесконечное и конечное. И только потом доберемся до для себя бытия. Вот еще граница предела, да, это до него, да. То есть вот такая цепочка, она достаточно длительная. Я думаю, что надо еще почитать, даже мне дополнительно. Спасибо. Так, а вопрос по поводу обменной стоимости. Она же является стоимостью. Нет, это другая категория. Это, скажем так, промежуточные. Вот смотрите, вот есть два товара, так? Не товар. Ведь, хорошо, давайте начнем с диалектики. Есть, скажем, сущность и явление, да? Или так вот, поверхность экономических отношений и глубина. Вот мы взяли товар. Я пропустил эту цепочку в ходе рассуждений Маркса, поэтому у вас закономерно возник вопрос. То есть, повторюсь еще раз, с одной стороны, он полезная вещь, которая удовлетворяет те или иные потребности. С другой стороны, вот какое там есть свойство у этого товара? Нет. Он может обмениваться на другой, любой другой товар в определенной пропорции. Не просто обменяется, а в определенной пропорции. И вот эта определенная пропорция, в которой один товар обменится на другой товар, называется меновой стоимостью. Вот это первый шаг в логическом рассуждении. И вот Маркс, когда следует, и мы за ним будем следовать, зададим вопрос, а почему вот такое свойство есть, что любой товар может обменяться на другой товар в определенной пропорции? Ну, скажем, вот ваш телефон можно обменять там, на 100 этих ручек, так? Можно же обменять? Можно. Так вот, один товар равен 100 ручкам. Это изменовая стоимость, вот эта пропорция. Вопрос зададим, а почему? На каком основании совершенно различные товары по своим потребительским свойствам в процессе обмена приравниваются? Что значит обменять? Приравнивать, поставить знак равенства. То есть, еще разочек, с точки зрения полезных свойств потребительной стоимости, они совершенно различны. Вот телефон и ручка, как их можно приравнять? Никак. Телефон удовлетворяет одни потребности, ручка – другие. Но в процессе обмена между ними ставится знак равенства. А если ставится знак равенства, значит, в нем их есть что-то общее. Совершенно верно. Вот мы идем вслед за ходом рассуждения Маркса, и это общее. Вот этот абстрактный человеческий труд, воплощенный в товаре. Время, да? Да, это следующий шаг. А как он его измерять? Ну, количеством труда. Количеством труда. Ну, а дальше я рассказывал, что на самом-то деле количеством труда, на самом деле, измеряется он по-другому. Ну, то есть, количество труда – это если прямо рассуждать. А на поверхность экономических, значит, отношений он измеряется опосредованно через приравнивание определенного количества вот этого товара к какому-то количеству денежного товара, то есть того товара, который выполняет роль всеобщего эквивалента. Вот эта ручка стоит, ну, не знаю, там фломастер стоит, скажем, там 100 рублей. 100 рублей, а рубль это что? Денежный товар, определенное количество денежного товара. Телефон стоит там 5000 рублей. Другое количество товара. Вот такая здесь логическая цепочка. Еще какие вопросы? У меня по поводу работы Сталина, экономические проблемы социализма в СССР.
Я ее читаю, и он там пишет, что, во-первых, в СССР, ну, его 50-х годов, существует товарное производство, ну, он видит его в колхозах, и говорит, что, ну, поскольку государство его контролирует, и оно, ну, ограничено, то оно не может привести к капитализму. Значит, работа Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» представляет себе ответы и замечания Иосифа Виссарионовича на статьи, публикации ряда авторов. То есть такие критические замечания. Вот. Что касается товарного производства. Значит, социалистическое производство, вот если мы почитаем Маркса, Ленина, оно противоположное товарному производству. То есть оно не товарное производство. И это однозначно. 30 секунд потерпите. Вот предмет исследования капитала Маркса – это капиталистический способ производства. Но по ходу своего исследования Маркс постоянно говорил о будущем коммунистическом обществе. Ну как он мог говорить? Ведь социализма тогда не было. А Маркс там ученый-материалист, он же не будет из головы брать, придумывать. Совершенно верно. Через 30 как противоположность. И в том числе он дал оценку вот будущей, значит, форме социалистического производства. Буквально в самом начале, в примечании, он дает оценку взглядом Роберта Оуэна, это социалист-утопист, и пишет, что он предполагает непосредственно обобществленный труд как форму производства, диаметрально противоположную товарному. Не просто противоположную, диаметральную. В данном случае Маркс даже усиливает, да, этот эпитет. Или, может быть, это перевод такой. Но это буквально в самом начале можно найти. И вот это принципиальная позиция и Маркса, и Ленина, и тех, кто строил социалистическую экономику, включая Иосифа Виссарионовича Сталина. А вот дальше. И такая экономика была построена в конце 30-х годов, после окончания переходного периода. В теории ее называют, устоявшееся выражение, социалистическое непосредственно общественное производство. Ну, как противоположное товарному. Товарное производство основано на частных интересах. Частных интересах, работающим, функционирующим. Противоположное социалистическое в непосредственно общественных интересах. И цель другая. То есть, повторив на практике, и это было в тяжелейшей борьбе. Вот это строительство социалистической экономики, да, на нетоварных началах. Это было в конце 20-х годов. То есть, когда был переходный период, а переходный период, он чем отличается? Тем, что есть кусочки и социализма, и кусочки капитализма. То есть, с одной стороны, вот был социалистический, коммунистический сектор, да, или уклад, до которого будущее, которое развивался, и остатки старого. Это капиталистический уклад и мелкотоварный. И между ними шла борьба. И вот было бурное развитие строительства социализма, это первая пятилетка пошла, вторая пошла, и пошли огромные диспропорции в экономике, в жизни. И стал вопрос, а что дальше-то? Потому что ведь мало национализировать. Коммунистический сектор – это не просто национализированные предприятия. Это предприятие, если советская, скажем, диктатура пролетариата национализировала в 18-м году и позже предприятия, это не значит, что они стали социалистическими. Они работали на капиталистических началах, поскольку целью была прибыль, они не были еще включены в общегосударственный план. То есть вот перед нашей партией большевистской, да, перед рабочим классом стал вопрос, как ее строить. Она была построена на нетоварных началах. Но если цель производства прибыли, скажем, основной показатель деятельности предприятия прибыль, любого, хоть сейчас, хоть тогда, да, то противоположным показателем каким является? Совершенно верно. Потому что прибыль – это форма прибавочной стоимости. Я вот так широко объясняю, потому что коротко, наверное, не ответить будет на ваш вопрос. Я вынужден вот туда отступить. Значит, прибыль – превращенная форма прибавочной стоимости.
А прибавочная стоимость – это что такое? Это часть труда, часть затрат труда рабочих. То есть по названию прибыль, да для кого она прибыль? Для капиталиста она прибыль. Потому что он не вкладывает труд, а получает. Для него это прибыль прибавить. А для рабочего это что такое? Убыль. Убыль. Это у него отнимает часть его затрат труда. Вот. Поэтому социалистическая экономика, она должна базироваться на противоположных началах. То есть не на затратах труда, а на экономии труда. И такие показатели, такие, сказать, формы экономические, они рождены были самой жизнью. Это что, противоположная прибыль? Снижение затрат, снижение себестоимости. А снижение себестоимости на основе чего можно делать? На основе роста производительности труда и снижения трудоемкости. Это тоже не из головы выдуманное этой жизни. И вот и на пленумах ЦК, это конца 20-х годов, и на 14-м съезде была тяжелейшая борьба с оппозицией. Потому что, скажем, сталинское большинство ЦК выступило за то, чтобы вот нашу экономику социалистическую в вот переходный период строить на основе вот этого снижения, чтобы во главе угла стояли снижение себестоимости на основе роста производительности труда. Кто выступил против? Оппозиция, Троцкий там был и прочие. Значит, сталинское большинство победило. Экономика социалистическая на непосредственно общественных началах, на антизатратных, была построена и функционировала до конца 50-х годов, ну, до начала 60-х. И была уничтожена уже, ну, сначала Хрущев приложил руки к этому, но затем реформа 65-го года, так называемая Косыгинская, когда себестоимость выкинули из числа фондообразующих показателей. Фондообразующие – главные, от которых, так сказать, благополучие. Образуются фонды и благополучие предприятий. Вместо них поставили какой показатель? Прибыль и рентабельность. То есть взяли вот капиталистический показатель. Возвращаемся к вашему вопросу. Что касается работы Иосифа Виссарионовича. На самом деле у него там двойственный подход. Вы только одну сторону. Ведь он что сказал? Что средства производства при социализме не являются товарами, а товарами являются предметы потребления. То есть вот он так вот разделил. Понимаете? Это, конечно, неправильно. У нас и средства производства, и предметы потребления при социализме не являются товарами. Но я четко первую часть правильно сказал, совершенно правильно. А средства производства – это основное, за счет чего можно дальше развивать и в том числе предметы потребления делать. Значит, хотя бы вот так вот эта часть не является товарной. Но если средства производства не товары, значит, эта часть экономики, она не товарная. Так ведь? Но если предметы потребления товара, он сказал, значит, ну, вот как эта часть экономики товарная. Вот у него такая двойственность получилась. То есть, с одной стороны, совершенно правильная мысль, так? А с другой стороны, ну, вот ошибочная. А вот что произошло дальше? А вот дальше последователи, не последователи, а противники, да, Сталина, большевизма, они ухватились, то есть они правильную мысль Сталина вот убрали в сторону, как будто вот он не говорил это, а ухватились за ошибку и возвели ее в абсолют. И сказали, да нет, социалистическое производство – это разновидность, все производство, вся экономика – разновидность товарного производства. Ну, раз разновидность товарного производства, давайте вот мы сделаем прибыль, главное показали и так далее и тому подобное. Причем они тоже поэтапно сделали. Потому что если сказать, что разновидность товарного производства, то закономерно возникает вопрос, а как быть с товаром рабочая сила? Рабочая сила – товар или нет? Если товар, значит, мы должны признать создание и присвоение прибавочной стоимости. Вот они хитро сделали, они как-то вот так обрубили. Понимаете? Этот вопрос просто убирали. Нет, рабочая сила – не товар. Почему? Не товар и все. А вот все остальное – товар. То есть вот так поэтапно шли. Сначала в теории к уничтожению непосредственно общественного социалистического производства социализма, затем на практике. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Еще, пожалуйста. Как посчитали норму прибавочной стоимости по России? Ведь вы объяснили, что фактически это может сделать только бухгалтер, и очень непросто это. Нет, это может...
засекречены зачастую? Нет, ничего, значит, никакого секретного здесь нет. Так? Здесь просто есть такое понятие коммерческая тайна, нежелание капиталистов, в том числе и на уровне государства, на уровне, так сказать, государственной статистики буржуазной, и показывают некоторые вещи. Ну, например, количество рабочих в стране. Вот в промышленности, по-моему, за 2016 год и все, и прекратили. То есть вот это понятие рабочий класс потихонечку, знаете, вымывают из нашего сознания, как будто нет рабочих. И это сознательно делается, что вот эти классовые противоположности мы не могли увидеть, если даже догадываться даже об этом. В отношении того расчет стоимости по России, я не знаю, кто делал стоимость по России, по отдельным предприятиям, пожалуйста. Вот вы указали сумму 700%. Значит, пожалуйста, это я делаю ссылку на двух уважаемых наших экономистов. Вам нужно почитать их работы, найти фамилии, я могу повторить, Долгов Виктор Георгиевич и Мазур Олег Анатольевич. Вот Долгов Виктор Георгиевич года два назад выступал в университете рабочих корреспондентов, и он там об этом сказал. Но я могу сказать, что вот я считал по отдельным предприятиям, раз, Новороссийский морской торговый порт. Оно опубликовано у нас на сайте, моя статья, заметочка. Вот получается там даже больше. Кроме того, многие товарищи, в том числе выпускники и слушатели Красного университета, делают эти расчеты, которые периодически публикуются. Ну, скажем, в этой газетке, сейчас вам скажу, по Нефазу. Ну, в одной из газет «За рабочее дело» последних номеров есть расчет нормы прибавочной стоимости по ПАО «Нефаз». И они где-то вот так вот вокруг этой цифры группируются. Два часа дня работают на себя, все остальное на капиталистов. Ну вот 2 на 6, тоже огромная цифра. Вот. Что касается того, где это найти, ну вот я не буду повторяться. Мы можем оперировать только официальной статистикой. То есть есть государственные законы, которые обязывают, постановления всякие, которые обязывают капиталистов публиковать те или иные данные. Да, финансовую отчетность, бухгалтерскую, мы можем оттуда взять только. Или какие-то иные статистические данные. Но это творческий подход. Что? Они не будут точны, потому да, что они будут только часть правды по экономической деятельности. Значит, смотрите. Если предприятие капиталист выводит прибыли туда, за рубеж, то это нам, конечно, нигде не найти. Мы можем только догадываться косвенно, смотреть по отдельным, скажем, показателям отчетности Росстата, Центрального банка и так далее. Но в целом мы можем, конечно, посчитать это, как-то суммировать. Но, повторяю, да, это творческий процесс. Будут определенные погрешности, но приближение более точной цифры все время будет и будет. Например, самый первый шаг, ну и это ошибка, но она, скажем так, нормальная, хорошая ошибка, как считают норму прибавочной стоимости. Вот здесь В берут фонд заработной платы всего предприятия. А на самом деле прибавочную стоимость создают наемные рабочие. Надо брать фонд заработной платы рабочих. И из этого фонда заработной платы надо вычитать заработную плату и генерального директора, и заместителя генерального директора, и главбуха, и так далее, и тому подобное. Будет более точная цифра. Ну, вот, сказать, это повторяю, третий, это творческий процесс. У вас вопрос, вы руку тянете. У меня по поводу банков. Вот, как, ну, поподробнее хотелось бы узнать, как определить, вот есть банковский капитал в стране или нет? Много споров на эту тему. Осталось у нас 3 минуты. Если коротко, или задержаться надо, или я готов на семинаре с этого начать. Значит, этих споры мы ведем, да. Споры ведем. То есть капитал, да, если коротко, значит, банк – это особое капиталистическое предприятие, функция которого, ну, совсем, если вот так обобщить, это помогать или способствовать, помогать промышленным капиталистам осуществлять свою деятельность через ведение расчетов,
через кредитование, через предоставление во временное пользование кредитных ресурсов, кредитов. Потому что без кредитов никакой капиталист прожить не может, промышленно. Поэтому банки по своему определению, понятию, они должны помогать производству. А если они удушают это производство, то они что? Противоречат своему понятию. Вот если коротко, поэтому чем занимаются наши сегодня в массе своей банковской системы во главе с Центральным банком? Они помогают производству или разрушают его, или способствуют его удушению? Ну, самый простой пример – это состояние, скажем так, процентных ставок, которые опираются на учетную или ключевую ставку Центрального банка. Да? Ну, давайте так возьмем. Вот мы находимся, не мы, скажем, Россия, так сказать, ну, буржуазная Россия конкурирует в мире капитала. Мы крупная держава по площади, все-таки входим в десятку крупнейших по этому показателю ВВП и так далее, конкурируем. Конкуренция что предполагает? Использовать различные методы в этой конкурентной борьбе. Совсем вопрос в том, ну хотим, нам говорят, будем жить как в Америке. Значит, что надо делать? Ну, надо делать так, как американский капиталист, они уж там на голову, так сказать, выше нас. Хотим жить как в Западной Европе, значит, надо делать как в Западной Европе. Значит, какая учетная ставка, какую учетную ставку или ключевую ставку держат центральные банки этих стран, развитых стран Запада и Соединенных Штатов Америки? Ноль, а где отрицательный? А кто отрицательный? Это что значит? Это такой ориентир, по сути дела, от которого пляшут все остальные коммерческие банки, которые занимаются кредитованием промышленных капиталистов. Всем очень просто. То есть есть такой так называемый неснижаемый маржа у банков. То есть банки должны нести затраты. Должны платить зарплату сотрудникам, должны платить за аренду помещений, налоги, прочее, прочее, прочее. Вот она составляет 5%. Плюс-минус, у кого-то 4, у кого-то 6 и так далее. Берем 5. Вот 0 ориентир, так? 0. И плюс 5. Значит, на Западе кредитуют промышленных капиталистов под 5%, то и под 4,5, под 5,5, под 6. Есть, да? А что у нас? Ну вот сейчас опустили до 4,25. А какие ставки кредитования? Ну, добавьте эти 5%. 10 и больше. Ну да, где-то сейчас уже опустилось ниже 10. Но есть разница. Вот давайте, вот вы капиталист, предположим. Капиталисты тоже деньги считают. Одно дело заплатить 5% годовых. Или 10% годовых. Или 15%. Есть разница колоссальная. То есть это сдерживает развитие промышленности. Вот маленький пример, свежий, совершенно свежий пример из нашей жизни. Значит, Минфин провел во всех газетах, так победоносно сообщили, Минфин провел успешную продажу, реализацию, размещение облигаций государственного займа. Ценные бумаги. Но вообще операция рядовая, типовая. Это связано с таким понятием, как ликвидность. Оно характеризуется положением. Сегодня густо, завтра пусто, да? То есть это текущая задача, которую решают все. И на государственном уровне Минфин, и любой капиталист, и вы даже решаете, да? Нужно вам прожить до зарплаты, протянуть до зарплаты. Есть такая поговорка, да? Ну, вот. Сегодня я на нуле, ничего. То есть вам сегодня надо найти деньги, завтра у вас избыток, вы размещаете. Вот Минфин решил этот вопрос. И не в этом интерес, и я пример это приводил. А такой маленький припись, кто купил? А сумма-то приличная, 290 миллиардов рублей. Кто купил эти облигации займа? Российские банки. Крупнейшие российские банки. Это о чем говорит? Что у наших банков есть избыток этих денежных средств. И куда они вложили? Они что, кредиты дали предприятиям? Нет. Они вложили в ценные бумаги. Они государства. Взяли. И так. Но вообще-то... Нет, по облигации федерального займа там ставки ниже, однозначно. Но и здесь я согласен в том, что и банки не дали, и предприятия не взяли. Предприятия не взяли, скорее, потому что банки-то рады дать.
Да нет, не только не всем дадут. Это, как говорится, дорога с двусторонним движением. То есть вот ситуация. То есть вроде деньги есть, но они пошли, давайте так сказать, они пошли не в кредиты промышленных предприятий, не на развитие капиталистического производства, а вот осели, да. Если коротко. Да, но говорят, все равно присутствует доля какого-то кредитования, которое... Конечно, присутствует. А вот граница эта, она же тоже должна существовать, когда мы говорим, что все-таки это уже банковский капитал, или вот то, что вы говорите, преимущественно? Ну, можем поспорить здесь в следующий раз, ради бога. Нет, спорить я не могу с вами. Почему? А? Нет, знаний недостаточно. Ну вот, так... Можно, есть ли такая граница вообще, да? То есть, да нет, конечно, какая здесь граница? Когда у нас... Значит, здесь мы должны смотреть по-другому, на результат конечный. Если идет развитие экономики, то это косвенное, кстати, опосредственное подтверждение тому, что банковская сфера, банк выполняет свою функцию. А если идет разрушение, вот я вам привел показатели, вот вы оспорите, возьмите статистику за неделю, посчитайте. Темпы... Вот, рост промышленного производства. У меня получается 80%. Вот мы возвращаемся к тому, что начали. 30 лет прошло. Вот какая бы ни была страна, большая, маленькая, какое бы ни было там руководство, правительство, ну, в любом случае капитализм тоже должен развиваться. А у нас за 30 лет не может достичь уровня 90-го года. О чем это говорит? Это говорит о том, что тенденция разрушения, а на самом-то деле, мы, если мы берем противоречие, у нас есть тенденция созидать на отдельные примеры. Есть негативная. Тенденция разрушения преобладает до сих пор, за 30 лет. Вот он, простой вывод. Соответственно, роль банковской системы, чем они занимаются. То есть пока мы не окажемся в 90-м году по уровню производства, вообще говорить об этом нет смысла. Да, банковском капитализме. Ну да, грубо говоря. Ну, опосредственно. То есть это показатель, который говорит о том, что что-то неправильное у нас делается 30 лет. В том числе, как элемент, важнейший элемент этой экономической системы, наша банковская система. Давайте заканчивать, дорогие товарищи. Встретимся через неделю. Значит, по заданию вопросы я сегодня отправил. Они должны в СДО висеть. Выбрать 3, написать. Все, вы, наверное, уже знаете. Все, до встречи через неделю. Спасибо.